Попался, который скрывался. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию в Краснокамске. Напомним, дело было днем 25 марта. Происходящее попало в объектив камер видеонаблюдения. 25 марта около 16 часов 40 минут в павильон микрофинансовой организации, которая находится в городе Краснокамск на Комсомольском проспекте, зашел мужчина и попытался похитить деньги. У него был нож, которым он нанес множественные ранения сотруднице организации, после чего скрылся. Завладеть деньгами он не смог. На крики женщины сбежались очевидцы, и нападавшему пришлось спешно покинуть место преступления. Задержать злоумышленника по горячим следам не получилось. Пришлось прибегнуть к помощи средств массовой информации, распространивших ориентировку на опасного преступника. И вот после целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось обнаружить и задержать нападавшего. 40-летний уроженец Якутска скрывался в одном из гаражных комплексов Краснокамска. За что задержаны? Подозрение. В чем? Нападение на быстрые деньги. Когда? 25 числа. При нападении у вас в качестве оружия что вы использовали? Нож. Гражданин ранее не был судим, говорит, что приехал в Краснокамск к родственникам. Жил на съемной квартире. Преступление совершил из-за финансовых проблем. Впрочем, решить он их таким образом все равно бы не смог. В управлении уголовного розыска отмечают, что сейчас микрофинансовые организации по большей части выдают займы по безналу. В офисе, на который произошло нападение, в принципе не было наличности. Расследование продолжается. Разбойник заключен под стражу на 2 месяца. Из князей в грязи. Продолжение истории. Еще 4 организаторов незаконной игорной деятельности предстали перед судом. Напомним, в Перми члены преступной группы под видом сети интернет-кафе «Князь» создали массовое онлайн-казино, зарегистрированное в Лондоне. Летом прошлого года одного члена этой банды уже приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей. Сейчас дело за остальными, рассказывает Елена Иговцева. Что называется, доигрались. На скамье подсудимых 4 участника преступной группы, опутавшие Пермь сетью интернет-казино. Схему использовали несложную. Предприимчивые организаторы незаконного бизнеса получили права оператора онлайн-сайта азартных игр, к которому были подключены виртуальные счета электронных финансовых систем, с помощью которых игроки и направляли деньги, делая ставки. Были арендованы помещения, в 6 барах придуманы вывески, сеть баров «Князь». Игроки приходили в данное заведение, непосредственно через интернет выходили на запрещенные сайты и непосредственно производили игры в азартные игры. Вели бизнес на широкую ногу. Псевдокафе работали во всех районах города. Деньги, поступающие от игроков на основной счет сайта, лидеры ОПГ распределяли между собой. Подпольная игра процветала с 2015 по 2017 годы. Только доказанный размер их прибыли – 12 миллионов рублей. На деле наверняка намного больше. Подобная деятельность квалифицируется по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». А заправляла всем женщина. Одна из 4 участников, у нее была наиболее главенствующая роль. То есть она организовывала и приискивала остальных 3 участников. Остальные участники были менеджерами. Весь персонал, всех своих менеджеров она принимала абсолютно легально, заключала трудовые договоры для того, чтобы вся эта незаконная деятельность не позволило усомниться в том, что там что-то есть противоправное. Следствие длилось год. Все это время подсудимые находились под подпиской о невыезде. Еще 2 их сообщников по-прежнему в международном розыске. В отношении них дело выделено в отдельное судопроизводство. Максимальное наказание за подобные преступления – до 6 лет лишения свободы и штраф 1 000 000 рублей. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. За жестокое убийство самки лося ответят. Полицейские нашли охотников, которые, возможно, застрелили беременную лосиху в Гаинском районе. По словам местных жителей, браконьеры стреляли ей в глаза и в туловище. Окровавленное и ослепленное животное металось по лесу, вышло на дорогу и там погибло. Отметим, что сезон охоты на лосей был закрыт 31 декабря. Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы и от 500 тысяч рублей штрафа.
Тем временем определены сроки весенней охоты в Пермском крае. Соответствующий указ подписал глава региона. Нынешней весной в прикамских угодьях разрешено охотиться в следующие сроки. Для центральных и южных районов это время с 1 по 10 мая, для северных с 9 по 18 мая. Разрешение не относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Напомним, весенняя охота осуществляется исключительно на птиц, водоплавающую и боровую дичь. Виноват один, а страдает весь подъезд. В пятиэтажном доме по бульвару Гагарина вот уже две недели нет газа. Отключили его в одной из квартир из-за должника, который решил самовольно врезаться в газовую систему здания. Произошла утечка, и дело чуть не обернулось трагедией. Как повлиять на опасного соседа, когда он категорически отказывается идти на контакт? И что делать в таких ситуациях, выяснял Евгений Гуляев. И не знаешь ведь, куда обратиться. Вот я, например, не знаю, куда пойти. Кто-то поможет. 80-летняя пенсионерка Лилия Ивановна чувствует себя совершенно беспомощной. В ее квартире, как и в остальных, в первом подъезде дома по бульвару Гагарина 95 по стояку отключили газ. Точных причин никто не знает. Людям остается лишь приспосабливаться. Ровно две недели, как отключили у нас газ. Конечно, без газа куда? Все ведь привыкли на газе делать. Поэтому вот кто что принес, то этим пользуемся. Электроплитка, мультиварка, чайник. Пенсионерка переживает. Счет в квитке за электроэнергию в конце месяца придет нешуточный. Кроме того, с Лилией Ивановной проживает в квартире дочь, инвалид второй группы. Бегать по кабинетам и выяснять, что с газом, у женщин нет ни сил, ни здоровья. Немного прояснила ситуацию председатель жилищного кооператива дома. Оказывается, виновник всех неудобств – должник, который живет этажом ниже. После того, как его отключили от ресурса за долги, он 22 марта самовольно врезался в сеть. В доме произошла утечка – пришлось вызывать аварийную службу. Мы предполагаем, что газовщики могли бы из-за аварийной ситуации вызвать параллельно МЧС и попасть в квартиру, выяснить причину и отключить человека, который действует незаконно, отключить у него газ, заварить трубу. Они поступили гораздо проще. Они отключили газ у всего стояка. Теперь до этого несознательного гражданина не достучаться. По словам соседей, живет он скрытно, в квартиру никого не пускает ни утром, ни днем, ни вечером. Василий, нам нужно решить вопрос с газом. Откройте, пожалуйста, поговорим. Договоримся о встрече газовщиков. Пожалуйста, откройте нам дверь. Председатель жилищного кооператива обратилась к газовикам. Там ей рассказали, по какой инструкции надо действовать, чтобы газ вернулся. Мол, аналогичных примеров по Перми хватает. Мне отвечают, что в других домах действуют так. Собираются люди, которым отключили газ, ломятся в квартиру и самовольно давят на человека, по причине которого все отключено. И заставляют, значит, квартиру открыть. У нас так не получилось. У нас, во-первых, живут пенсионеры. Почему они должны ломиться в квартиру? Мы, в свою очередь, тоже созвонились с ресурсоснабжающей организацией и получили следующий комментарий. Получить доступ – задача, прежде всего, управляющей организации этого дома. Такой вот доступ, как показывает практика, можно обеспечить с представителями полиции. И подобные случаи неоднократно были. Как только герметичность сети будет восстановлена, никаких утечек не будет зафиксировано, газоснабжение немедленно возобновится. Жильцы дома уже написали заявление в прокуратуру, теперь будут обращаться в полицию. Евгений Гуляев, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Подарок городу на День Победы. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 9 мая в Перми и в нынешнем году, состоится концерт столичной эстрадной звезды. На этот раз горожан будет радовать своим творчеством Денис Клявер, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем». На портале госзакупок власти края определяют подрядчика, который организует выступление Дениса Клявера. Максимальная стоимость контракта составила 638 тысяч рублей. Согласно документации, артист должен выступать 9 мая на площади перед театром в течение 30 минут. Напомним, в прошлом году перед пермяками в День Победы спела Лариса Долина, а в позапрошлом – Ольга Кормухина. Одно из самых интересных событий в туристическом календаре страны – фестиваль «Тайны горы Крестовой», который пройдет в Губахе, включен в топ-200 лучших мероприятий года. Этот рейтинг составил федеральный портал Events in Russia.com.
О том, чем удивит ландшафтный форум в этом году, журналистам рассказали его организаторы. Фестиваль новой неизведанной театральной формы – первый в своем роде на территории России. Так характеризует «Тайны горы Крестовой» сайт «Национальный календарь событий» eventsinrussia.com. Форум проходит уже 7 лет в окрестностях Губахи на территории горного хребта «Рудянский спой», который отличают многочисленные скальные выступы. Представления на фоне заходящего солнца здесь устраивали балет Евгения Панфилова, театр-театр Пермский оперный. А количество зрителей каждый раз исчисляется тысячами. В этом году ландшафтный фестиваль начнется 29 июня. В этот вечер выступать на закате будет коллектив Театра театра. Артисты покажут рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». Напомним, это новая постановка. Ее создали 4 месяца назад. В основе оригинальная британская версия 70-х годов «Jesus Christ Superstar». В театре говорят, придется придумывать, как приспособить спектакль к полевым условиям. Перед этим мы хотим его вывести в Екатеринбург и в Тюмень, но там будет сцена. Там все-таки будет нам попроще, ну, по обычней, что ли, да? А здесь нужно будет придумать еще какой-то вариант, еще как-то это совместить с закатом. Я все-таки надеюсь на закаты, а не на громы и молнии. Хотя громы и молнии тоже могут там вписаться интересно. По словам организаторов, спектакль «На закате» – это только начало фестиваля. В этом году он продлится 7 дней. Ожидается, что в творческом форуме примут участие балет Евгения Панфилова, Пермский губернский оркестр, коллективы Краевой филармонии. Будут и гости из других городов. Это театры из Тольятти, Пензы, Челябинска. Интересно участникам, то есть самим артистам, потому что от них требуется мгновенная реакция, импровизация, включение в процесс, то есть нужно, и режиссерам есть чем заняться, то есть нужно ландшафт вписать в сценографию спектакля, то есть это практически создать новую версию. Сейчас организаторы ведут переговоры о возможности онлайн-трансляции с мероприятий фестиваля. Их полный перечень обещают опубликовать в ближайшее время. Юлия Зыкова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.